Заседание ученого совета открыли вступительное слово ректора и гимн Казанского федерального университета. Далее состоялась церемония вручения государственных и ведомственных наград России и Республики Татарстан выдающимся работникам вуза. Члены совета также рассмотрели кандидатуры для присвоения ученых званий и утвердили структурные изменения в институтах университета. Следующий вопрос об утверждении положения в филиале Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Казанский федеральный университет в городе Джизак, Республики Узбекистан. Наши затраты в основном будут ориентированы или сфокусированы на подготовке образовательных программ, и как минимум 30% преподавателей должно все-таки быть со стороны Российской Федерации, то есть, скажем так, не граждан Узбекистана на старте, либо людей, которые у нас получили образование, у нас получили дипломы кандидатов наук и поехали на родину работать. Решением ученого совета Казанского университета были внесены изменения в состав диссертационного совета КФУ. Ректор Ильшат Гафуров подчеркнул, что диссертационному совету КФУ стоит тщательно подходить к присвоению ученых степеней. Был утвержден перечень научно-технических мероприятий. В 2022 году их будет 112. Ариадна Кугушева, Хафиз Гараев, Фарид Захитаглы, Универньюз.